то время как немецкие войска маршировали по странам Северо-Западной Европы в начале Второй мировой войны, у британского экспедиционного корпуса оставался еще один козырь. Это был пехотный танк А-12 Mark II или Matilda II. Мы находимся в Музее военных технологий в городе Порто-Лавелли в Калифорнии, и перед нами Matilda. Сначала поговорим о названии. Название «Matilda» не имеет ничего общего с тем, что танк якобы напоминает утку. На самом деле это было кодовое имя, которое появилось еще до создания первой «Matilda». Стоит также отметить, что эта машина, как и многие другие по всему миру, окрашена в неправильные цвета. Это камуфляжная схема, разработанная для Северной Африки. Но потом, где-то в начале 60-х, Имперский военный музей в Лондоне решил перекрасить одну из «Matilda» в своей коллекции. На самом деле, светло-голубой цвет на североафриканском камуфляже должен быть более серым. Но все подумали, ну не может же ошибаться сам Имперский военный музей. Поэтому все остальные «Matilda» стали красить наподобие той, что была в Лондоне. И теперь оригинальным камуфляжем многие считают данную цветовую схему. Тактико-технические требования к пехотному танку А-12 появились в 1937 году. Пехотный танк должен был быть хорошо бронированным и двигаться примерно со скоростью пехоты. Скоростными были крейсерские танки. Толщина брони «Matilda» доходила до неслыханных в те времена 78 мм. Даже самая тонкая броня была толщиной в 20 мм. Крепче, чем на любом крейсерском танке. Например, когда в 1940-м в битве при Арресе сошлись 7-й Королевский танковый корпус и 7-я танковая дивизия Роммеля, оказалось, что немецкие пушки калибра 37 мм были не особенно эффективны против «Matilda». Подбить «Matilda» оказались способны лишь артиллерийские орудия, самолеты Ю-87 штука и 88-мм зенитные орудия. Чтобы пробить броню, нужно было целиться в борт. Но так как танк довольно небольшой, попасть в него было сложно. Будем осматривать танк в нашем привычном формате. Рассмотрим его внешние особенности, ходовую часть и заднюю часть корпуса. Затем поднимемся на башню, а потом я попытаюсь протиснуться на место мехвода. Я никогда не залезал в такой люк, так что это будет забавно. Танк не очень большой. «Matilda» знаменита своей общей конструкцией брони, которая позволяла танку продвигаться под огнем по полю боя. Поэтому «Matilda» бронирована со всех сторон. Самая толстая броня, конечно, в передней части корпуса. Мехвод надежно защищен. Не сразу можно заметить, что у «Matilda» на самом деле V-образный нос. Здесь два наружных инструментальных ящика, которые хорошо бронированы. Их можно приподнять и сдвинуть вперед, но они надежно прикреплены к корпусу. В этих ящиках можно хранить снаряжение и инструменты. Кроме того, за счет угла расположения они обеспечивают дополнительную защиту. Вы увидите, что ходовая часть полностью закрыта бронированными бортовыми экранами. В ящиках экипаж мог хранить что угодно, в основном менее нужные вещи, потому что если бы снаряд попал в ящик, то какие-нибудь необходимые инструменты могли быть уничтожены. Также в передней части корпуса находился перископ механика-водителя и смотровая щель. С передней частью закончили, теперь давайте посмотрим на борта. Бронированный бортовой экран толщиной около 20 мм полностью закрывает борт «Matilda» от носа до кормы. На бортовых экранах находятся люки для обслуживания ходовой части танка. Нужно было взять полудюймовый гаечный ключ для квадратных гаек, открутить их, открыть люк и потом проводить обслуживание. Если кому-то было интересно узнать, что находится за этим люком, то у меня как раз есть ключ. Такого на фотографиях вы не увидите. Итак, нужно повернуть ключ на четверть оборота влево, и люк откидывается, держась на цепи. Внутри вы можете увидеть горизонтальную пружину подвески парных тележек. Одна тележка здесь, другая там, а между ними пружина. Здесь находится отверстие для смазки, а тут шарнирный узел. Тележки закреплены множеством заклепок и болтов. Люк фиксируется на этой защелке. Вот, в принципе, и все. Теперь вы, модельщики, сами сможете произвести обслуживание своей модели «Matilda». На каждую тележку установлено по 4 опорных катка. С каждого борта по 2 парных и одной непарной тележки. Впереди находится натяжной каток. Американское название отличается от британского.
Каток оказывает давление на гусеницу, тем самым поддерживая нужное натяжение. Для регулирования натяжения впереди есть гайка. Крутим ее туда или сюда, и направляющий каток по винтовой резьбе сдвигается вперед или назад. Экипажу нужно было сосчитать видимые линии резьбы и убедиться, что их количество с каждой стороны танка совпадает. Что касается поддерживающих катков сверху, то тут все просто. Их здесь нет. Гусеницы поддерживаются несколькими опорными рамами. Не очень эффективно, но вполне нормально, так как танк развивал скорость не более 25 км в час. На низких скоростях это было приемлемо. Проще, удобнее и дешевле. Такая система применялась и в дальнейшем. Например, на Черчилле установлены цельные опоры. Шумновато, конечно, но работает. Что любопытно, фирма Vickers также продала несколько матрит японцам, и они впоследствии широко применяли такую конструкцию ходовой на своих танках. Про траки гусениц много не скажешь. Они цельнолитые, особой формы, достаточно крепкие. На колесах нет резины. Модельщики будут рады услышать, что им не придется раскрашивать внешнюю сторону катков. Стальные катки, стальные траки, стальные опоры. Танк определенно не самый тихий. Но даже если вы слышите, что Матильда приближается, что делать? Ведь у нее 78 мм брони. Срочно вызывайте Люфтваффе. У британцев была система нумерации техники. Достаточно простая. Если первая буква «Т», значит это танк. Танк 7415. Крепление для лопаты. Парные дымовые гранатометы. Дымовые гранаты выстреливались из башни и создавали дымовую завесу вокруг танка. Ближе к корме находится большое бронированное отделение для вентиляции моторного и трансмиссионного отсека. Ну а дальше задняя часть корпуса.